Ну что ж, ребятки, я вас всех приветствую. В этом ролике я вам покажу свой новый интересный автомобиль, который обошелся мне 150 миллионов. Тачка реально интересная, очень классная, необычная и довольно-таки редкая, поэтому я думаю, вам стоит посмотреть это видео. И давайте на этом ролике наберем 150 лайков, я буду очень сильно благодарен. Ну а для тех, ребятки, кто не знает, я играю на проекте Mazing Holy Play на втором сервачке, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Но при старте игры вам, конечно же, поможет мой промокод. Вводите промокод Полканов на любом сервачке до 5 уровня. За него получите 300 тысяч рублей. Я вам, ребятки, могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял. Полетели. Бля, она мне белая нравится, но не знаю, может что-то еще другое сделаем. Тонировку это потом мы сделаем. Фары какие у нее стоят, обычные? Так, фармы, ебать, фары дорогие, ебаный рот. Так, клиренс, конечно же, мы делаем. Ого, ебать, вот это ценники, ебать, ого. Антирадар ставим, бак. Ебать, цены просто, ебать, цены, блядь. Ебануться цены вообще, ебать. Да сколько уже, десятка улетела, ебать. 3 миллиончика пришло. С 10 лямов пришло 3. Что, давайте самое дорогое теперь. Неон градиент, ебать. Гидравлика, ебать. Нитросик, ебать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Ну что ж, ребятки, как вы поняли, автомобиль, на который я потратил 150 миллионов, это получается Tesla Plaid. Очень классная имбовая машина, которую я себе очень сильно хотел. И наконец-то я себе ее приобрел и собрал, поставил сюда интересный тюнинг. То есть полностью мне машина обошлась в 150 миллионов. Это если что вместе с номерами. Ну что ж, ребятки, давайте начнем с того, почему это эксклюзивный автомобиль, редкий и он стоит столько денег. Получается, этот автомобиль нельзя купить ни в автосалоне, ни в контейнере там и так далее. То есть эту тачку можно купить либо с рук, либо за донат. То есть есть, получается, наборы, и в наборе этот автомобиль стоит, получается, 12 тысяч амазингов. То есть тачка реально дорогая, донатная, она есть в наборе. То есть, как я и сказал, в автосалоне, в контейнерах, в рулетке этой машины нету. Она есть либо в наборе, либо вы можете ее купить у игрока. То есть другим способом вы ее достать не сможете. Я помню, когда вот этот набор только добавили, Теслы продавали по 100, по 200 миллионов. Просто обычные стоковые. Но по итогу, спустя время, этих машин стало довольно-таки много. Ну как много, на каждом серваке, я думаю, там от 15 до 20 штук. Я считаю то, что это немного. Я считаю то, что автомобиль все равно как бы редкий, интересный и эксклюзивный за счет того, то, что он как бы донатный и его нельзя купить в автосалоне. Давайте я теперь вам более подробно объясню, откуда взялась цена 150 миллионов. Я, получается, приобрел этот автомобиль за 65 миллионов, купил на него нитро, гидравлику, неон, номера и затюнил его в СТО. И все вместе мне это обошлось в 150 миллионов рублей. Но в любом случае я не жалею, потому что я очень сильно хотел этот автомобиль. Когда его только добавили, он был у Америкоса. Америкос туда сразу нитро поставил, неон, аудиосистему. Я не катался, реально она мне очень нравилась. И наконец-то я себе ее приобрел. Ну что ж, ребятки, вот ПТС, не знаю, что вы хотите здесь увидеть интересного, но как бы чип сюда ставить нельзя, ГОСКа 45 миллионов, то есть, ну, такое, по мелочи. То есть аудиосистемы, стробоскопов здесь нету. Да, ребятки, здесь также стоит гидравлика, то есть мы можем вот таким вот образом прыгать, поднимать автомобиль там и так далее. Я знаю, твой телефон, хочу у тебя написать, но ты кидаешь в окно. Я все еще не знаю, как тебе сказать, какие слова для тебя найду. У тебя есть не одна штука.
Я уже несколько дней катаюсь на автомобиле, и хотелось бы вам рассказать про плюсы и минусы, которые я для себя сделал. Возможно, вам это будет интересно. Возможно, вы хотите купить такую машину. Я вам хочу рассказать, стоит эта машина того или не стоит. Нужно ее покупать или не нужно. Я предлагаю сразу начать с минусов, а потом уже вам расскажу плюсы данного автомобиля. Минусы заключаются в том, что, во-первых, это электричка. Если у вас она разрядится, вы не сможете ее заправить от канистры. Только от механика. Следующий минус заключается в том, что она очень хрупкая. То есть вы можете врезаться не особо сильно и все. Вы можете сразу сломаться, и из-за этого, конечно же, очень быстро улетает целостность на автомобиле. То есть это реально огромный просто минус. Это очень сильно бесит, потому что буквально такой средненький удар, все, машина сразу ломается. Было бы, конечно, хорошо, если бы ее сделали немножко покрепче, потому что она очень и очень хрупкая машина. Следующий минус заключается в том, что автомобиль очень дерганный и резкий. То есть у него дикий подрыв, и на нем вот так вот аккуратненько куда-то подъехать, это очень сложно, потому что он максимально быстро, набирая скорость, требует такого трепетного к себе отношения. Но в этом как бы есть и плюс, есть и минус. Ну а теперь давайте перейдем к плюсам данного автомобиля. Первый плюс то, что эта машина самая быстрая именно по разгону. То есть быстрее этой машины ничего нету. Никакой кибертрак, никакая Lamborghini эту машину до 300 км не обгонит. Я, ребятки, лично проверял вместе с Максимом, когда у него была Tesla, то есть Tesla, именно Plaid, никакая машина не обгонит. Именно до 300 км в час. То есть мы заезжали и с Lamborghini, и с кибертрака на третьем чипе. То есть да, кибертрак по максималке обгонит эту машину. С места и до 300 километров этой машине нету равных. То есть ее никакая тачка вообще никогда не обгонит. Да, по управлению она, конечно, такая жесткая, резкая. Но когда ты даешь тапку в пол по прямой, как она просто быстро набирает максималку, как она быстро ускоряется, это реально кайфово. Ну и, конечно же, мне этот автомобиль понравился внешне. То есть жопа такая себе, вот именно морда прям очень красивая. Ну что ж, ребятки, я вроде бы вам все рассказал про этот автомобиль, как я его купил, собрал, что я про него думаю. Теперь давайте я вам его продемонстрирую. Просто мы берем, нажимаем тапочку в пол с нейтросиком и просто смотрите, как она быстро набирает максималку. Жалко, конечно, что нету соперников. Я бы вам показал, как бы, то, что она может любую машину просто отодрать. Что Бугатти, что Кибертрак, там и так далее. То есть, вот это прикол. Блять, на просто, еще раз. У пацана, походу, вообще завтра это беда. Димон! Димон! То есть для нее 300 км это вообще, ну, ни о чем. Вообще ни о чем. То есть она их не чувствует. Вот так 300-ку набирает, вообще, нехер делать. Вот так вот тапочку в пол, все, полетел, ебать. Опа, и пиздец. Вот так вот просто залетаешь на движ, детка, ты уже горишь. Я тачка реально доволен. То есть я ее брал именно вот ради этого. То, что она такая ебанутая просто. То, что вы можете любую тачечку просто отодрать. О, та ты что, мой подписчик. Давайте поднимем пацана. Опа, Джерри Вальверда, ебать. Добрый вечер. Задебили, Питер Лаешки говорит. Анзорчика завезли на нашанчик. Хай пацанчик развлекается. Ввалил просто 150 лямов. И теперь просто можно кататься, кайфовать и наслаждаться данным автомобилем. Как бы вы знаете, М5 это так чисто для души. Понятное дело то, что у М5 она быстрее, то есть у нее максималка там 326, но у нее нету такого зацепа. То есть М5 это так чисто покататься там бочком, погонять туда-сюда, навести суету, а эта тачка именно чтобы наказывать. Но гидравлику я поставлю для того, чтобы просто она была как бы, можно попрыгать там туда-сюда. Вот видите, один удар, все, и пизда. Поэтому на ней нужно аккуратненько с ремочками кататься. Ну что ж, ребятки, на этом моменте я буду заканчивать данное видео. Я думаю, вам все ясно, понятно, объяснил, показал. Я считаю, то, что видосик получился интересный. Как бы тачка реально прикольная, интересная, поэтому я не мог не записать про нее видео. Тем более, я ее так очень сильно хотел. Потратил 150 лямов, доволен, то есть не жалею. Реально, тачка мне приносит только удовольствие. Все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Ну и давайте постараемся в этом ролике набрать 150 лайков, я буду очень сильно благодарен. Все, ребята, всех обнял, приподнял, ждите новые ролики, подписывайтесь на канал и заходите на стримы.